it's all about humanity. Уважаемые друзья, всех хочу сегодня поприветствовать и, конечно же, поделиться очередным автомобилем, который у нас будет экспортироваться из США в город Минск. Это Audi e-tron, электрический полностью автомобиль. Давайте покажем его и расскажем на сегодняшний день, по каким ценам они идут, выгодно их покупать здесь в США и отправлять. Давайте все это покажем и расскажем. Поехали. Сегодня к нашему представлению Audi e-tron. Автомобиль полностью весь электрический. Полностью весь целый, он не битый, чистый у него Carfax. Конкурент Tesla получается. Очень классный автомобиль. И по ценам, давайте-ка пройдемся по ценам об этом автомобиле. На сегодняшний день, если идти покупать такой автомобиль у дилера Brand New, новый, он получается от 80 до 89 тысяч, в зависимости от его комплектации. Наш автомобиль мы купили по хорошей цене. Автомобиль новый, электрический, в Америке невыгодно покупать. Его надо покупать с минимальным пробегом. Тогда вы сэкономите, ну и порядком, наверное, 25 тысяч долларов вы легко сэкономите, если на нем будет минимальный пробег, и он уже как бы не новый считается. Тогда у вас экономия от 20 до 25 тысяч долларов. Потому что на сегодняшний день полная комплектация 89 тысяч, 85 тысяч можно найти. MSRP идет. Ну, конечно же, на MSRP никто не смотрит, они пишут 90 тысяч, но, конечно, они всегда делают скидку. Поэтому автомобиль можно приобрести, например, за 80, за 82 тысячи новый. Так как у нас автомобиль с минимальным пробегом, давайте я покажу пробег от этого автомобиля, у нас всего лишь 4000 миль. И уже автомобиль мы купили на 20 тысяч дешевле. Как вы видите. Звук, конечно же, мы не слышим, как у нас, что все завелось тут. Потому что он полностью, как говорится, электрический. Практично это или нет, мы еще, конечно же, не знаем. Но в Америке в основном от электрических автомобилей, как я смотрю, от них просто отказываются. Потому что это становится невыгодно. Потому что в Америке электрика стоит дороже, чем бензин. Поэтому многим людям выгоднее ездить просто на бензине, а не на электрике. Но в наших странах, видимо, электрика намного дешевле, и люди сейчас выбирают вот такие вот электрические автомобили. Ничего необычного прям я тут не вижу. Обычная мультимедиа, все уже тачскрин. Конечно, все это будет заляпываться постоянно. Вот, как-то так это все. Вот и очень интересно сделали, кстати, переключать скорости. Вот такой вот рычажок. Это мы нейтралка, задняя скорость. Сразу камера, ну камера уже все Infiniti так делают. 360, это, этим уже не удивить. Но вот это очень удобная штучка такая, интересная, мне понравилась. Как это придумано, ты нажимаешь на кнопочку, он уже становится автомобиль в паркинг. Вот. Звука двигателя мы практически не слышим. Когда он стоит на месте, когда мы передвигаемся, конечно же, мы можем услышать такой гул, как от самолета. Потому что он электрический, но не такой сильный, минимальный, но гул есть. По салону. Это у нас максимальная комплектация считается. Заглушу. Очень часто попадаются с черной крышей, алькантары. Но это дополнительная опция получается у них, как бы за это надо платить. Но у нас максимальная комплектация, кроме алькантары. Тут подзарядка, сразу же нажимаешь на кнопочку, выезжает дверца, тут ты заряжаешь. Будет ли это практично в наших условиях, когда будет снега, морозы, будет ли эта кнопочка функционировать, чтобы это выдвинулось и закрылось, это тоже под вопросом. По передней части у нас, давайте-ка откроем капот, покажем, где что тут находится. Так все подкапотное пространство выглядит у этого автомобиля. Под этим кавером такие зарядочки будут разные. На такую вот вилку, на такую, на выбор. Как удобно, так и заправляете ее, заряжаете. То есть все новенькое, все аккуратненькое, с минимальным пробегом.
вид красивого автомобиля. Ну все, тоже пластмассовое. Такое. Такие вот вообще какой-то пластик такой надувный, но он скоро раскрошится с годами. Это как абсорбер такой под бампером типа находится. Вот такой вот e-tron-чик будет высылаться в Минск для нашего клиента. Я думаю, клиент будет наслаждаться, долго или нет, конечно же, электрические автомобили, как долго они будут ездить. Конечно же, ремонт у них с этими батареями, я думаю, это дорогостоящие. Но пока автомобиль новый, он полностью на гарантии. С Америки он тоже сейчас у нас на гарантии. То же самое, он встанет на гарантию в Минске у официального дилера. И пока на автомобиль на гарантии, я думаю, переживать ни за что не нужно. Вот такие вот автомобили можно сейчас покупать здесь в США. Высылать, кстати, для белорусов льготные растаможки на эти автомобили, потому что они электрические. Но это ненадолго. В конце года это все закроется. И уже вывозить такие электрические автомобили по каким-то скидкам будет невозможно. Пока пользуйтесь моментом, хотите сейчас закупать такие автомобили электрические. И можете вы это все вывозить и экономить. Только покупать с минимальными пробегами, тогда вы экономите около 20 тысяч долларов. Иногда даже больше. Вот такой вам пример Audi e-tron, который будет у нас высылаться. Багажник очень вместительный. Места достаточно. Так все выглядит. Что у нас тут будет запаска? Да, есть запасочка обычная, но не полноценная. Есть, конечно же, автодожим дверей. Двери сами дожимаются. Двойные стекла. Это уже, думаю, не во всех таких идет моделях. Двойные стекла, автодожим тоже опция. У нас два ключа. И к такому автомобилю надо привыкнуть. С того, что мы не слышим звука двигателя, как-то это все необычно. У кого не было электрического автомобиля, не ездил, для него будет это пока первоначально как-то интересно все. Давайте-ка парканем автомобиль. Задняя скорость. Все включилось. Вот мне показывает. Паркуем ее поближе к контейнеру. В понедельник уже будет автомобиль грузиться и высылаться. Автомобиль очень быстро высылаем. Долго не держим в Америке. Буквально 5-6 дней все, автомобиль у нас уплывает. Как-то так. Ставим на паркинг. Тоже тут показывает, что паркинг. Все ништяк. Красивые такие фары. На этом все. Всем пока.